Вы на канале Римчик, и сегодня я вам покажу, как скачать GTA Vice City мультиплеер. Наверное, это будет первое видео, наверное, на Ютубе на русском языке, как скачать GTA Vice City мультиплеер. Если видели похожее видео, как скачать GTA Vice City мультиплеер, тогда пишите в комментарии, где видели. Я лично признаюсь, я нигде не видел. Для того, чтобы скачать GTA Vice City мультиплеер, скачиваем GTA Vice City. Не знаю, если у меня она чистая, но я ее скачала. А то, если вы не скачаете саму GTA Vice City, то не, она у тебя не запустится, точнее у вас. Для этого заходим в ваш браузер, пишем в поисковике Vice City двоеточие мультиплеер. О, ошибочка, и что? Нажимаем на первый сайт, это vcmp.org. Ссылка на сайт будет в описании. Нажимаем кнопку скачать. Ну, так как она у меня уже скачана, поэтому я закрываю этот сайтик. Закрываем сайтики. И когда у вас уже скачается, ну, я думаю, вы знаете, как устанавливать. С этим даже ребенок разберется. Тогда переходим в раздел Tools. Выбираем кнопку раздел. Здесь пишем ваш никнейм, как вы себя любите называть. Короче, как хотите, какой ник хотите, такой и пишите. Главное, чтобы он был на английском. Здесь проводим путь к вашей игре. Например, она у меня, ну, не например, а она у меня в локальном диске, папка Games, папка GTA Vice City. Но если вы не знаете, как, ну, где находится ваша игра, нажимаем GTA Vice City, на GTA Vice City правая кнопка мыши, расположение файла. И вот компьютер, локальный диск C в папке Games, в папке GTA Vice City. А потом, берем папочку, ставим ее где-то рядом и выбирайте. Ага, она у меня в компьютере. Ага, она у меня в папке, ну, в локальном диске. Ага, она в папке Games, в папке GTA Vice City. Ага, все окей. Окей, и запускаете. Ну, так как я давно не играл в GTA Vice City, уже забыл, как настраивать бандикам для того, чтобы я смог записывать видео потому как я играю. И если получится, я смогу записать, как я играю в GTA Vice City мультиплеер. Я это буду называть Васимп. Если есть Самп, это будет Васимп. И я думаю, я вам рассказал, как установить Васимп. Точнее, GTA Vice City мультиплеер. GTA Васимп. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если я вам помог, ставьте лайк. Если я вам не помог, как хотите, можете ставить лайки, можете ставить дизлайки. Но главное, ну, это помогает все равно развитию канала. Потому что люди будут знать, YouTube типа будет давать такую информацию. Ага. Он больше разбирает, ну, он больше хорошо умеет рассказывать в этом и в этом. Угу. Значит, откройся, это минус. Значит, у него, значит, надо его ставить в эту тему. Так, у него с этой темой плохо, надо ставить в эту тему.
И из-за этого все равно статистика канала улучшается. И когда, ну, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. После того, как подписались на канал, не забудьте поставить колокольчик. Ну, с вами был Римчик. Всем пока. Рад был вас видеть на моем канале. Пока-пока. Давай нажимай.